Автомобиль под управлением 41-летнего мужчины был остановлен инспекторами ДПС на улице Серова. Водитель иномарки для того, чтобы скрыть тонировку, прибегнул к стандартной уловке. Опустил боковые стекла, наивно полагая, что инспекторы не обратят внимания на нарушение. В ответ на требования полицейских поднять стекла для измерения светопропускаемости, огорченный тем, что его хитрость не сработала, водитель стал активно препятствовать проведению замеров. На неоднократные предупреждения полицейских о последствиях подобного поведения правонарушитель не реагировал. Провести замеры боковых стекол иномарки сотрудники смогли позже. Установлено, что уровень их светопропускаемости не соответствовал требованиям техрегламента. Помимо этого, на авто правонарушителя были установлены нечитаемые номерные знаки. Данный факт лишь усугубил тяжесть последствий. Как оказалось, читаемые дубликаты номеров водитель хранил в багажнике и прямо на улице, демонстрируя чудеса эквилибристики, с невозмутимым видом произвел их замену. Что ж, лучше поздно, чем никогда. Водитель автомашины Toyota Camry был привлечен к ответственности по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, и управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков. Решением Октябрьского районного суда мужчине было назначено наказание в виде 2 суток административного ареста. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.